Началось все с парада участников фестиваля. Он проводится в Сочи 11 раз и собирает современные хореографические коллективы. На площади перед цирком были представлены все школы Хостинского района. Днем раньше танцоры приняли участие в конкурсной программе, а здесь танцы в свободном формате. Детки из разных коллективов школ, из разных творческих коллективов показывают сегодня свое умение, то, чего они достигли и чем мы по праву можем гордиться за своих деток, которые проживают в Хостинском районе. Это поколение постолимпийское. То есть это поколение, которое выросло на вот этих спортивных моментах, на спортивном духе. Они видели, как это все делается, вот, и стараются продолжать исследовать этому направлению. В субботу погода была солнечной, и это еще больше радовало участников фестиваля. Все они участвовали в мастер-классах, которые проводили чемпионки Юга России по различным танцевальным дисциплинам. Учили основным базовым движением хип-хопа, что нужно для того, чтобы начать, для того, чтобы детки поняли, их ли это направление, не их, потому что кроме хип-хопа еще много разных есть направлений, в которых они могут себя реализовать. Но я смотрела по глазам деток, было видно, что им понравилось. Танцевальная олимпиада Юга России проводится традиционно в нашем городе. Команды победителей были награждены дипломами и кубками. А в следующем году фестиваль «Ты в норме», «Когда ты в форме» пройдет с 8 по 11 мая. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.